Зимой реагент, летом клубы пыли. В деревне Высокая Рыбновского района и так не лучшие условия для жизни. А когда жителям сообщили о том, что будут расширять дорогу, многие задумались о том, чтобы поменять место жительства. Галина живет в селе Высокая 62-го года. Окна и так не успевают отмывать от пыли. Шум от проезжающих фур круглые сутки, неприятный запах выхлопных газов, пыль. А теперь все это станет еще ближе к дому. Рядом с домом дорог будет, будут снег чистить, все. И так все цветы погибают, когда чистят. А теперь вообще все погибнет. И как ходить? Официально, по данным Волжскавтодора, на участке М5 «Урал» со 159 по 166 километр просто идет ремонт. В документах, находящихся в свободном доступе, о расширении ни слова. Вот они сейчас все это катают, у нас дом старенький, он просто трясется, того где обвалится. Насаждения все порубили, они как бы защищали нас от машин, от всего, вот от выхлопных газов. Не знаю, мы против все. Обещали нам окна пластиковые поставить, но что-то все затихло. Условия в селе Высокое всегда были не лучшие. Например, в середине населенного пункта нет пешеходного перехода, и пожилым людям приходится идти в обход 1,5 километра, чтобы зайти в гости к соседям, которые живут напротив. С жителями деревни Высокое, прежде чем проводить расширение дороги, никто не советовался. Не было речи о том, чтобы посадить новые деревья на месте спиленных или оградить жителей от летящей пыли. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».